Доброе утро, друзья. Добрый день, точнее. Сейчас половина второго дня. Я только еду на работу, потому что у меня сегодня поздний такой день. Я до 11 вечера на работе, поэтому сегодня с утра пошел в зал. Немножко там, так сказать, позанимался. И так получилось, что я тут наушнички прикупил. Ну, там у меня остались дома. Значит, наушнички такие прикупил, которые с такой резиновой пружинкой специально так упираются внутри ушной раковины и не дают выскочить вот этому хозяйству. Ну, если там намокло, ну, для спорта, да, там у кого-то. Я, собственно, особо мокрый не хожу. Вот там, когда с железками. Ну, не знаю. В общем, завел я эти наушнички, этот Bluetooth, да, там, соответственно, все это с селфоном моим. Взял, ну, у меня там сзади лежит тренога. На треногу прикрутил приспособление, которое телефон так зажимает. В приспособление воткнул, соответственно, телефон. И вот мы с тренером, значит, моим, с Юрием Спас-Куковским, значит, вот общались так, знаете, полное ощущение, что вот он вот тут прям стоит за спиной. Вот я там пыхтю со своим там упражнением. Значит, а он вот тут рядом, говорит, локоть туда давай, кулак, значит, там, говорит, опусти, значит. И так вот, значит, меня там час с небольшим погонял. Прямо, смотрите, посмотрите прямо перед собой, над головой жмите. Начинаем выполнение. Раз, да, начинаем выполнение. Отлично, отлично. Я как раз перед зеркалом сижу. Да, и смотрите в точку, в которой гантели сходятся между собой. 6. Угу. 7. Отлично. В общем, все упражнения, которые у меня там были, мы сделали. Странно то, что я обычно, когда сам это все делаю, у меня уходит не час 15, а что-нибудь. Ну, сейчас не было час 15, сейчас, может быть, было с разминкой вместе, да, когда я пришел там, сделал разминочку. Ну, допустим, у меня ушло час 25 сегодня, час 25, а так у меня уходит, может быть, час 45. То есть, почему-то получилось на 20 минут быстрее. Я не знаю, то ли я себе паузы больше даю, то ли чего. Ну, так мы довольно интенсивно. И у меня в некотором смысле я начал почище кое-чего делать, недопонимал. Как формулировал Юрий, он сказал, что когда ты начинал, то ты делал на 20% правильно, а вот потом стал делать там через 3 недели, к концу третьей недели, стал делать на 80% правильно. А сейчас я надеюсь, что я еще в чем-то подтянулся, может быть, я к 100% подойду. Когда я пришел в зал, был ровно полдень, там было довольно много народу. Когда я уходил, было существенно меньше, ну, существенно, раза в 2 или в 3. Вот почему-то в полдень такое время у них было. Может, они уходили где-то вот, где на грани выхода были, не знаю. В общем, и так они в селфоне у меня там попадались. Вот Юрий так говорит, вот смотри, говорит, ты из них единственный, кто более-менее с техникой. Говорит, а вот эти просто не знаю даже, как же они так вот, так-то вот так. Ну, я не знаю. Я поскольку не могу оценить, где техника правильная, а где нет, я еще недостаточно разбираюсь. То есть я когда на них смотрю, они мне кажутся очень крутыми. У них такие тут, такие вот они эту штангу там на ней понавешено, понимаете. И я так с пиететом наблюдаю, такие мужики, знаете, уже и постарше. Вот, ну, может быть, таких, как я, которые там пыхтят с тяжелым весом, там, может быть, особо нет. Но они как-то по-своему пыхтят там. Вот, с небольшим весом. Ну, и я тоже вот пока с небольшим. Я, может быть, так в режиме, так сказать, набора тяжести, там, потому что я со временем побольше буду. Но там и мужики есть существенно постарше тоже. Вот в пятницу я когда ходил вечерком, очень много было людей, так чувствую, что меня постарше. Очень много. И вот некоторые, я бы сказал, ну, не хочется говорить дряхлые, но, в общем-то, я вот, глядя на них, думал, как бы им, может быть, поберечься и так как-то, но они там по-своему, там, как могут. Молодцы, молодцы. Так что я сегодня провел первую такую тренировку в скайпе. Я думал, что мы в WhatsApp будем это делать, но сделали в скайпе. Я так уже настроился, я почему-то был уверен, что это будет в WhatsApp. Да, сделали в скайпе, было очень-очень нормально.
и слышно хорошо, и вообще полное ощущение присутствия. И Юрий тоже, он там сидит дома, смотрит там, значит, в экран. Соответственно, у меня был полдень, у него было 10 вечера. Он так сидит, смотрит в экран там что-то. И тоже такое ощущение, что я там рядом стою. Это мы так оба были в таком мироощущении. Надо сказать, что жарко очень. Вот сегодня... Давайте я вам покажу просто. Может быть, вы почувствуете эту жару. Может быть, вы видели, у меня по лицу тут пот стекает. Я вот чувствую... В машине сижу. Но в машине проще. В машине я могу там добавить, допустим, температурки. В смысле, наоборот, похолоднее сделать. Так. Вот. Поехали. Да, и мы вчера со Светланой укатили к океану, но нам не хотелось ехать в Санта-Крус, потому что мы в Санта-Крус все время. Там, конечно, у нас есть где остановиться, можно так сказать, но это же и является своего рода таким магнитом, потому что оно тебя там удерживает. Ты проводишь в помещении гораздо больше времени, чем если едешь куда-то и просто там гуляешь. Так что вот мы подумали, что... В субботу мы не сможем, там не смогли в воскресенье ехать в Санта-Крус на один день. Поехали-ка вот мы лучше в одно из тех мест, в которые мы раньше часто ездили. Вот поехали в Ритц-Карлтон, в Хафмунбэй. Красиво и живописно. Я наснимал там сколько мог, но что-то повесил на канале. Значит, на основном что-то на канале Портнов Блог, чтобы не перегрузить нашего зрителя. В общем, так вот, что-то жарко. Вообще, надо сказать, что на местности август обычно очень жаркий месяц. Вот если с любым другим сравнить в течение года, или, скажем так, если бывают какие-то, но очень жаркие дни, то они обычно бывают именно в августе. То есть, как это объяснить, я не знаю, но по факту могу сказать. Например, по электрическим счетам, по счетам на электричество. Значит, когда вы посмотрите, то выясняется, что в августе там всплеск, потому что в августе люди чаще включают кондиционеры. Если круглый год вообще не включают практически, то в августе вот есть дни, когда ты включаешь, потому что, ну, перебор явный, надо охладиться. Вот, сейчас у меня вот дома я зашел, переоделся. И вот дома у нас включен кондиционер, потому что жарко. Я уже не говорю о том, что последние годы действительно вот это потепление идет. Тут как бы там разные есть концепции, да, почему теплеет. Вот одни говорят, что это мы своей человеческой деятельностью там довели. Другие говорят, что когда наша деятельность не в состоянии была ни до чего довести, тоже были периоды потеплений и похолоданий, что правда. Вот, я думаю, и то, и другое правда. То есть, как бы есть цикличность, не связанная с жизнедеятельностью человека, а есть процессы, в которых мы принимаем участие. Я думаю, и то, и другое сказывается. Но, во всяком случае, вот равнодействующая этих векторов такая, что жарко. И последнее время вот усугубляется. И вот эти пожары, которые сейчас в Северной Калифорнии, тут же практически никогда особо не было пожаров. То есть, ну крайне редко. И тут вдруг на тебя, в прошлом году горел, и сейчас в этом году горит. Это довольно далеко отсюда. И мы не чувствуем не только там огня, но даже дым к нам не доходит. Это на приличном расстоянии. Но, в общем, если вы возьмете там газеты, ну в смысле, я в электронном виде смотрю, так, не живьем. Вот, и посмотрите, чего пишут, то на первых полосах каждый день, значит, с этим огнем, и не знают, что с ним делать. Только там очень незначительный процент этих пожаров, как бы он, ну, под контролем, то есть ограничено, то есть дальше не пойдет, как бы, да, они используют слово английское contained, да, то есть он так сдержан, удержан. А, значит... А 80% нет, никаких границ нет, он может гореть и дальше, и захватывать все большие территории там, и так далее. То есть колоссальная беда. Вот такая жарища у нас тут.
прочитал, не знаю, правда или нет, но как бы в серьезном издании прочитал, что вот этот пожар возник из-за того, что мужик ехал по дороге, у него лопнуло колесо, и вот, соответственно, диском, да, диском, значит, об бетон высеклась искра, ну или, может быть, там этой искры было много, и вот эти много искры создали пожары, то есть там подхватило там сухую траву, там еще что-то, и, в общем, вот с этого начался такой вот колоссальный пожар, то есть никто спичку не бросил, что-нибудь, хотя мог, да, то есть мы понимаем, есть люди, которые с удовольствием бы спичку бросили, но никто не бросил, а вот, вот так, хотя вот это какая версия газетная, мы не знаем. А в прошлом году, когда горело, то там этих источников было возгораний изрядное количество. И там штук 7 или 8. Смотрите, какая тачка симпатичная, правда? А, ты красавец. А вот на ходу, знаете, там, с номером таким. Да. И вот 7-8 точек источников, очагов, да, как правильное слово, очагов возгорания. И говорили, что ну как же это могло обойтись без вмешательства человека. Ну вот, поди знаю. Такая вот у нас жизнь. Значит, я сейчас приеду. Ой, и буду заниматься разными делами. На подходе у нас одно из дел, которые на подходе, это 9 августа, то есть в четверг, да, сегодня у нас... понедельник. В четверг, через 3 дня, у нас начинается новый класс, онлайновый. Он немножко меньше, чем мы раньше делали. Понимаете, что получается? С одной стороны, лето. Лето всегда немножко медленнее. Но с другой стороны, я начал их чаще делать. То есть, если раньше у меня между классами было 4 месяца, то сейчас 3. И даже до того дошло, что на одно занятие новый класс наехал на старый, потому что мы там вместо одного урока по автоматизации, надо было мне так обзорно сделать, а мы сделали 3 уже так, чтобы они руками немножко поделали. И вот эти 2 дополнительных занятия, вот они и вот создали вот эту проблему. Поэтому я в четверг начну группу, вместо того, чтобы закончить в четверг старую, я в четверг начну новую, а старую закончу в понедельник. А новая группа в понедельник отдохнет. В общем, так как-то вот выкручиваемся. И каждый раз, когда новая группа, значит, группу надо сначала надо собрать, потом надо, значит, когда деньги платят, надо вести учет. Вести учет сложно немножко, потому что мы в скайпе группы формируем. И как человек там в скайпе называется, сами понимаете. Вот, там, допустим, вот там написано «Ядрёна Феня». Потом выясняется, что это мужчина, потом выясняется, что фамилия у него Сидоров, но платила за него, допустим, бабушка Розалина там, Семеновна Гутман. И вот эта бабушка, значит, она идет по документам, как оплатившая, понимаете? А понять, что это там тетя Феня, это ну никак невозможно, и тем более, что Сидоров, понимаете? Поэтому идут... Ну, всякие ухищрения. Вот. Не то, что мы уж прям совсем такие беспомощные, я не буду жаловаться. Но некоторая сутолока возникает, потому что какие-то платежи, они абсолютно прозрачные, понятные. Вот. А какие-то не очень. И вот мы там суетимся, выясняем. Вот. Но это не забота этой недели, это забота следующей, когда они уже начнут деньги платить. Что первые 3 занятия у нас... пробные, да, то есть они должны определиться, хотят ли они участвовать. Если они после 3 уроков хотят, тогда они так, там, свои 1000 баксов платят, и мы их уже подключаем там по-серьезному. Вот. Я на самом деле подумал, что нам слишком хлопотно делать каждые 3 месяца, мы возвращаемся на систему 4 месяцев, то есть если вот эта группа у нас начинается 9 августа, давайте добавим 4 месяца, значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну вот, может быть, 1 декабря там типа, да? 1 декабря и начать. Мы обычно предпочитаем это делать во вторник или в четверг, но не в понедельник. Понедельник тяжелый день. Вот, допустим, вот что там будет ближе в районе 1 декабря, потому что слишком часто что-то не знаю. Вот.
как-то мы привыкли к группам немножко побольше. Вот. Но надо сказать, что группа, которая сейчас, и группа, которая перед ней, с точки зрения активности выхода на рынок, намного активнее, чем предыдущие. Вот если раньше группы предыдущие, они больше участвовали в процессе, там они, ну вот, мы тесты всякие даем по ходу дела, они активнее участвовали, то вот эти участвуют совершенно безобразно. То есть очень маленький процент из них участвует. Скажем так, вот группа еще не закончилась, и количество людей, которые участвуют в тестах, раза в три меньше, чем количество резюме, которое мы для них уже сделали. Понимаете? То есть люди, казалось бы, у них резюме, они должны были бы готовиться и должны были бы там рваться в бой. Нет! Как-то вот нет. Другая какая-то логика, она мне непонятная. То есть я понимаю, что она есть, и она, видимо, понятна с какой-то другой позиции, потому что это массово. То есть это явно не выброс какой-то, а это что-то такое. Просто я еще не понял, почему так. Знаете, человек, который ведет уроки, ему хочется, чтобы активно участвовали и как бы осваивали материал. Человек, который платит деньги в надежде найти работу, он, конечно, может быть больше сосредоточен на поиске работы и, может быть, не так сильно верит, что глубокие и прочные знания – это именно то, что ему, допустим, непременно пригодится. Я не знаю, как объяснить. Вот. Потому что кроме нас, кроме меня лично, много разных людей участвует в формировании, ну тут солнышко вам светит, в формировании вот этого вот информационного пространства, поэтому мы хотим, чтобы учились. А, что-то я не ту кнопочку нажал. Все, друзья, жарко, потому что уже крыша едет. Вот. Все, пошел на работу.